Ребенок Елены Казанцевой из Абакана в июне пойдет в детский сад. Женщина спрашивает, обязательно ли перед поступлением делать пробу манту. Проба манту перед поступлением в детский сад обязательно, поясняют специалисты Минздрава Хакасии. Диагностику по выявлению вируса туберкулеза проводят один или два раза в год. Дети, которые не прошли процедуры, не получили заключение фтизиатра, в детсад не допускаются, рассказали уже в управлении образования города.